Жека, Жека. Охренеть. Как я мог приглядеть вот это? Тварина, ты... Так, ладно, ладно, ладно. Я пообещал ему то, что я смогу найти его маму. Я отомщу этим конченым и бандитам, и зомби, потому что я уверен на 100% в том, что бандиты сюда привезли и просто тут оставили зомби, чтобы они заново зашли и распространились по всему этому зданию, потому что я зачистил полностью каждый этаж, все этажи. Но нет, все же как-то нашли Жеку. Ладно, паскуда. Ага, значит, вот там, да, кто-то есть? Значит, они меня вот там нашли, да? Вот там они меня нашли, паскуды! Ладно, ладно. Не зря я расчистил вот эту всю военную базу. И не зря я там оставил еще один танк. Заразы конченые, ща я вернусь. Но все же, самое главное, не надо... Так, зараза, идите сюда, ща я вернусь. Главное, самое главное. Так, так, чую и тут, чую и тут, чую и тут, чую и тут они. Так, машину я тут оставлю, припаркуюсь. Так, зараза, самое главное, надо сейчас падать духом, не надо расстраиваться, потому что если сейчас и мне на душе плохо будет, то бандиты запросто могут и меня найти, и раскидать, и убить нафиг, потому что... Иди сюда. Так, 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 все, главное не падать духом. Главное не падать духом. Все будет нормально. Охренеть, да. Жаку сели, все будет нормально. Так. Тут никого нету. Мне кажется, никого, потому что, как я помню, я тут все расчистил. Ага. Также я думал и про больницу. Но, как казалось, не все так просто. Кстати, что мне очень интересно. Есть ли... Нет, бензина... Бензина тут нету. Так, но все же я буду знать то, что тут есть истребитель с кучей бомб. Так, ладно, в любой момент я могу сюда вернуться. В танке? В танке. В танке, я надеюсь, то, что есть. И так, как сюда залезть? Во-во-во-во-во! Так, все-все, есть бензин. Есть бензин, все нормально. Есть бензин, все нормально. Ай-яй-яй, нет, не туда, не туда. Так, как-то сложно им управлять. Так. Одна проблемка, одна проблемка. Нету ракет. Или как я помню, они у меня вроде у самого были. Так, если я их смогу найти... Да, вот, 24 штуки. Пожалуйста, пожалуйста, чтобы они подошли к этому танку. Пожалуйста. Да, все подходит. Все подходит. Что, зараза, сейчас я нахрен вашу башню... Разгромлю! Идите сюда, убили Жеку, да? Зомби натравили, да? На больницу, которую я всю расчистил. Так, надо запомнить то, что тут есть машина. Ща все будет. Что все будет, паскуды сраные? Нате, прячетесь, да, по домам всем? Ага, прячетесь, конечно. Идите сюда. Так, вот тут зомби были, да? Зомби вот тут были. Ща не будет нахрен. Ща вот эту всю башню... К чертям собачьим разнесу. И тут, ага. И тут что, да, зомби? Зомби, значит, да? Заколебали! Этот конченый зомби-апокалипсис! Как он уже надоел! Так, идите сюда. Идите сюда, нафиг. Ща. Ща все будет. Это уже, мать его, не зомби-апокалипсис, какой-то бандит-апокалипсис, нафиг. Сколько же тут бандитов, а? Кстати, вертолет. Надо запомнить то, что... Ага, были бы... Какие-то орудия у этого вертолета, я бы нахрен на вертолете залетел и всю эту башню разгромил. Машины, да, вертолеты, всякие башни, сейчас, бандюганы. Вот, вот сейчас как раз вместе начинается. Дебил, так, вот там вы, да, где-то вот там вы меня застукали, ага. Главное не просрать все ракеты, 14 ракет, я еще успею нахрен хотя бы первый, второй этаж им разгромить. Там вы, да, вот где-то вот там, да? Ага, сейчас нахрен. Расстреляю вас всех. Так, еще там, да? Вот там, на этом балконе вы меня застукали, да? Держите, дебилы. Конченые танки, как же без сложно управлять. Ну ничего, ничего, ничего. Я потерплю. И ради Жеки, и ради вот этих бандюганов. Так, где-то вот там, да? Вот. Надеюсь, что танк все же сможет туда. На тебе,
Так, и вот тут еще, да, еще и тут. Я ща, во! Дебилоиды, так, идите сюда, идите сюда. Ага, вот тут ваша главная башня, да, была? Конечно. С этими бандюганами вообще нахрен с ума сойду. Ну ничего страшного, ничего страшного, найте. Так, все. Не будете вы тут уже укрываться, да? Ага, вот ща, вот ща, вот ща. Комната пыток, да? Нету комнаты пыток. Так, сейчас назад вернемся. Сколько? Сколько у меня еще? Сколько у меня еще ракет? 6 ракет? Нате! Так, я еще сюда попал, если бы, конечно, мог. Тихо, 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 тихо. Танк, танк, танк. На! Так, все, да, бандюганчики, да? Нате! Вот орудия везде надо популять, чтобы никогда больше этим пользоваться не могли. Нате, все, ни второго, ни третьего этажа уже нету. Нет у вас ничего, бандюган. Я, конечно, уверен, что у них еще Так, церковь. То, что у них еще дофига всяких баз есть, но хотя бы одной из главных больше не будет. Так, все. Ракет больше нету. Ну ничего страшного, ничего страшного. Я еще найду ракет, я полностью уничтожу эту базу, чтобы она вообще упала на бок. Мне интересно, что в этой церкви. Как я помню, я вот с этого балкончика вчера видел на этой крыше 3 снайперов. Видел то, что тут были 3 снайпера. А вдруг тут еще до сих пор кто-то есть? Так, ладно, ладно. Ладно, надеюсь, тут больше никого не будет. А если даже будет, то я все... Дверь открыта, дверь открыта! То я сейчас все расчищу. Так, ничего нету. Так, это реально церковь, но тут ничего нету. Прям ничего. Так, ладно, ладно, сначала надо все проверить, убедиться, то, что тут все безопасно. И потом пойду дальше. Твою мать! Да сколько же этих зомби проклятых тут! Так, ладно. Да, ничего тут нету в этой церкви. Тут, пожалуйста, 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 хотя бы какие-то припасы. Так, ничего. Так, это... Оружие, оружие, всякие... Ага, вот там что-то точно да должно быть. Так, тут ничего нету. Ладно, 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 сейчас спущусь туда. Сейчас спущусь туда и посмотрю, что там есть. Офигеть. Так, ладно, сейчас. Ага, значит, тут еще что-то есть, да? То ли это какая-то секретная база бандитов? Чё за фигня? То ли я не знаю. Ладно, надо проверить, что... Это реально М какая-то. Так, ладно. Так, это что за хрень? Они... Чё это такое? Куда я провалился? Так, факел, 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 факел. У меня где-то факел был. Вот он, вот он, вот он. Чё это за туфта нафиг? Что это за... Так. Надо выбираться отсюда. Уже ночь на улице, уже ночь на улице. Они знают то, что я тут, они... Так. Как мне выбраться отсюда? Там решетка. Так. Сейчас. У меня ж то ли C4 где-то было, то ли еще что-то. Надо выбираться сюда. Граната у меня есть. У меня есть еще одна. Ладно. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Надо взорвать эту решетку и убираться отсюда. Так, давай, давай, да, мне летит. Давай! Молодец, молодец. Так. Зараза, не знали то, что я сюда приду. Ладно, ладно. Сколько?